проверяли на наркотики, которые мы в любой момент можем достать из кармана и положить на стол. Это все бесплатно. Ну, я думаю, ты был на паре созвонов, где мы управляющих прям трамбуем. Мне не нравится работать с безответственными людьми. Как были выезды в лес и что там только не было. Ну, я так розумію, що Українвест-клуб з таким поки не планує працювати. Чесний мужик, він мене не обманює. На 15-20% теж реально. Ох, я дуже сподіваюся, я дуже сподіваюся. Вітаю вас на сімейному бюджеті. Сьогодні у нас в гостях людина, яку я можу не представляти, тому що якщо ви дивитесь YouTube, то ви Діму знаєте. Дмитро Карпіловський, фултайм інвестор, співзасновник Укрінвест-клубу і багато інших регалій. Тім, ну, по-перше, вітаю з днем народження Укрінвест-клубу. Недавно я бачив, річниця була. Да, відпразнували. Розкажи своїми словами про клуб. Что за рік вдалося досягнуть? Что у нас получилось за год? Значит, ну, сейчас клубу уже там на пару месяцев больше, но статистику мы подводили как раз примерно к годовщине. На тот момент за год мы проанализировали порядка 1000 инвестиционных предложений, которые были в Украине самого разного качества. 90% из них отсеяли, и оставшиеся 92 предложения проанализировали глубже. То есть разобрались, в чем суть, что обещают, чем доказано, какая модель, какими финансами подкреплена и так далее, и так далее. То есть разобрали, формализовали и вынесли на суд инвестора. То есть одно направление. Мы все время в поиске сделок. Мы их анализируем, чтобы объяснить инвестору, что им конкретно предлагают. А второе наше направление – это, собственно, понять, сделка хорошая или плохая. И мы тут не являемся судьями, которые говорят хорошо, плохо по пятибалльной шкале. У нас работает эффект тысячи глаз. То есть мы на сегодня объединение порядка 800 инвесторов, которые вместе эти сделки отсматривают, ищут в них потенциальные проблемы, дискутируют, выясняют детали, привлекая внешних экспертов, чтобы в итоге каждый смог для себя решить, инвестировать в эту сделку или не инвестировать. И за первый год нам удалось совокупно вот, всеми силами клуба заключить больше 700 инвестиционных сделок. Совокупно на тот момент участники клуба проинвестировали больше 12 миллионов долларов. Это вот результат нашего первого года, именно как платформы, где встречается инвестор и предложение. И третье наше направление – это медиа. Мы за этот год стали, по сути, крупнейшим медиа в Украине про инвестиции. Совокупно сегодня у нас где-то 65 тысяч подписчиков только в YouTube, плюс в других соцсетях. И за этот год мы выпустили больше 50 интервью с топовыми украинскими экспертами и больше 30 глубоких таких разборов, когда мы со съемочной командой ездим по Украине и снимаем там часовые репортажи про заводы и пароходы. Так, ну, власне, всі ці часові репортажі бачили, це як міні-фільми для мене. І, до речі, Disclosure, я ж теж є членом Укрінвест-клубу, і ми вашу експертизу теж використовуємо. А виходить про угоди, дивись, тобто тисяча там з ринку, ви подивились, що є, десь 90, тобто 9%. Як це інвести було англійською, да? Ну, имеет смысл рассматривать. Надо сказать, что проинвестировали мы далеко не во все. Но больше 90 это были те, которые имело смысл рассматривать. Так, из цих 90 реальні угоди, ти сказав 708, мається на увазі, ну, це угоди інвестора сделки, а от з 9% сколько вложено? Сделок, которые в клубе получили какой-то резонанс, куда зашли серьезные капиталы, мы говорим там о сотнях тысяч, либо о миллионах долларов, это, наверное, где-то порядка 30 сделок на сегодня. Если мы говорим о всех сделках, куда зашел хоть один инвестор, то я думаю, сегодня мы говорим где-то о 60 сделках. То есть математика, грубо говоря, общая, из 100 сделок, которые мы рассматриваем, 10 имеют какое-то обоснование, мы их выносим на рассмотрение клуба, из этих 10, грубо, 6 так или иначе находят своего инвестора, и из этих 6 3 становятся прям популярными.
цікава статистика. Я подумав про стартапи, там теж 10% виживають, і з них там, можливо, 1-2 будуть суперуспішними. У вас, бач, краще, все-таки реальний сектор – це не стартапи. Там хоть бизнес-модель є. Ну, нужно сказать, что мы гордились, вот когда мы делали наш годовой ивент, наша гордость была не в том, что мы нашли много сделок, и наша гордость была не в том, что мы положили туда много денег. Наша гордость была в том, что инвесторы эти деньги не потеряли. То есть у нас на 708 сделок была одна сделка, мы ее называем протухшей, которая превратилась в серьезную проблему для инвестора с высоким риском не вернуть капитал. Из 12 миллионов долларов проинвестированных, вот эти условно потерянными или под большим риском потери, были всего 20 тысяч. Вот этим мы гордились. Потому что в реальном секторе, в Украине, мы запустились 20 февраля 2020 года, за месяц до карантина. С этими ужасными экономическими потрясениями совсем потерять там 0 сколько-то процентов портфеля, вот это было круто. Сегодня, и опять-таки это мы своим участникам точно так же говорим, эта статистика должна ухудшиться. Потому что рынок такой, что статистика должна ухудшиться. Должно протухать каждая 20-я сделка или каждая 10-я сделка. То есть пока нам везет, или мы все делаем правильно. На коротком етапі не поймеш. Но пока все хорошо. Я думаю, що це питання короткого етапу, знаєш. Вже деякі угоди, там 3 роки. Так, за 3 роки ми поймемо, скільки було на самом деле ошибок. Но тут дуже важлива составляюча. Ми не беремо на себе роль оцінщика сделки. Каждая сделка может быть хороша для одного человека и плоха для другого человека. Я, например, агрессивный инвестор, у меня нормально, что портится каждая пятая сделка. А кто-то инвестирует очень консервативно, и ему потеря даже одной сделки из 10 ломает всю модель. Это просто разные инвестиционные подходы. И поскольку люди очень разные, с разным аппетитом к риску, с разным ожиданием доходности, с разной готовностью вовлекаться в решение каких-то вопросов, то, соответственно, и сделка для каждого человека очень индивидуально может быть оценена как хорошая или плохая. Вот наша большая задача — построить инфраструктуру. Юридическую, техническую, финансовую, экспертную, чтобы ошибок инвесторы допускали как можно меньше. И вот мы для этого все делаем. Мы для этого строим платформу, мы для этого приглашаем экспертов, мы для этого имеем большую свою компетенцию, которую мы вкладываем, мы для этого имеем образовательное направление, юридичку и так далее, и так далее. Я, до речі, згадав про українські банки, коли ти говорив про ту неудачну сделку, тому що в них там, знаєш, є показник non-performing loans. Вони видали кредит, і вони повертають. І він в них там зашкалює там 50-40%, зараз, здається, знизили на 37%. Тобто там кожна, да, третя угода в банках з їх бюрократією і так далі неуспішна. От, ну, у вас це виходить там фактично менше відсотка. Ну, у нас показатель пока намного лучше, чем у них. Но нужно понимать, что у банков этот показатель плохой как раз из-за того, что они это делают много-много-много лет, и у них накапливается проблемная задолженность. У нас в этом смысле она тоже будет накапливаться, это неизбежно, и она будет в каком-то объеме. Но мы делаем все, чтобы этот процент был как можно ниже. І поки це виходить. До речі, я от подумав, ти так м'яко підвів інвесторів, що так супер не буде, не завжди буде там більше цих, як ти кажеш, протухших зділок. Чи не вийде так, що от тисячу ви відібрали, ну там було там 100 адекватних. Всі, що йдуть за тисячою, вони ще гірші. Знаєш, коли ти там відкрив 20 магазинів, хороші локації забрав, а потім далі в тебе гірші залишились. Такий ефект є. Я зараз розкажу, як ми з ним боремося. З одної сторони, ти прав. В ринку є конечне кількість хороших пропозицій. І чим далі ми копаємо, тим менше ми знаходимо нових хороших. Но мы в рынок вошли, это была наша такая бизнесовая стратегия, не так, как это делают обычно. Если бы мы были консалтинговым агентством, которое тихонько вошло в рынок, тихонько отбирает сделки, шепчет на ухо инвестору, что тут есть хорошая сделочка, то мы бы пришли к этой проблеме конечности этих сделок. Но мы зашли в рынок очень громко.
Мы потратили огромное количество денег, чтобы делать очень много бесплатного контента. До сих пор часто нам пишут, да задолбала ваша реклама, да сколько можно эти ролики, вы за своими заводами и пароходами и так далее. Это иногда действительно напрягает аудиторию YouTube, но что нам это позволило сделать? Сейчас к нам бизнесы, которые никогда не планировали делать публичное инвестиционное предложение, приходят сами. И если раньше наша задача была найти 1000 объявлений на OLX, по бизнес-форумам, в инвест-чатиках и долго и муторно пытаться понять, какие из них хорошие, какие плохие, то сейчас один владелец завода приводит за руку своего кума и говорит, вот у моего кума классный завод, и вот у него есть вот такое инвестиционное направление, и оно интересное. И за счет этого в публичном пространстве мы ищем все меньше и меньше и меньше, а там эффективность действительно падает, но у нас становится все больше сделок, которые никогда не были публичными, которые становятся, так сказать, нашими эксклюзивными. И по ним очень хорошие результаты. То есть мы пока очень довольны тем, как это движется. Мы стараемся выбирать все равно модели, которые наиболее нам понятны на основе предыдущего опыта. Ну, если это малый бизнес, то это должно быть что-то, что легко посчитать и проконтролировать. Если это недвижимость, то это должно быть что-то построенное или то, что построится быстро, там, не котлован. Если это какие-то спекуляции на фондовых рынках или на каких-то финансовых инструментах, то это должны быть вещи, в которых мы видим много лет трекшена. И вот за счет того, что к нам подтягиваются специалисты с хорошими предложениями, но которые были не готовы идти в рынок и говорить, мне нужны деньги, они просто занимаются хорошо своим бизнесом. Мы, по сути, это вытягиваем. И вот уже год мы держим планку, минимум 2 сделки в неделю. То есть минимум 2 новых адекватных до вас, да, приходять и проходят фильтр. Да, то есть приходит, конечно, больше, мы их фильтруем, и на выходе участники клуба в среднем 2 сделки в неделю получают. Слухай, я б ще хотів розставити акценти в позиціонуванні, тому що у вас на Фейсбуці написано там «Лучший роботодатель для денег українцям». Ну, то ми хотімо стати, так. Виходить, що якщо «Лучший роботодатель», то ви би мали бути таким умовним Horizon Capital, у вас там фонд недвіжимості, фонд реального сектора, фонд чого-то ще. Люди вам занесли гроші, і ви за них управляєте. У вас виходить зараз такий лучший помощник прийняття рішень. Окей, справедливо. Смотри, я думаю, що це путь длиною в жизнь прийти в точку, де ми будемо лучшим роботодателем для денег українців. Ну, ми розуміємо, це велика амбіціозна ціль. З чого ми почали? Ми почали з того, що ми сказали, а давайте ми просто зберемося і будемо обсуждати. Совершенно безплатно. Це не сработало. Мы лично пообщались с сотнями людей. Я заплатил за рекламу, я собрал людей, я рассказал про эту идею. Это все бесплатно. Мы собрали 90 людей, которые сказали, да, я буду участвовать в разборе сделок. С каждым лично пообщались. Ни один не дал даже обратной связи на первую сделку. Если помнишь, это был ID Finance, когда мы купили свою первую машинку в такси. И говорю, давайте обсудим. И мы получили 0 обратных реакций. Мы тогда поняли, что люди бесплатное не ценят, вовлекаться не готовы, и вопрос инвестиций для них не настолько актуален, как нам казалось. И нам нужно найти тех людей, для которых этот вопрос важен. И мы поменяли модель. Мы сказали, у нас есть фильтр, чек на входе, небольшой. Там клуб стоит на сегодняшний день там, $200 за 3 месяца. Там, я знаю людей, которые на кофе и сигареты больше тратят. Это будет фильтром, что это люди, которым инвестиции действительно как тема в жизни актуальны. И начали набирать первые. Нас на старте было 100 человек, на сегодняшний день нас 780 человек. То есть мы как клуб за 1.5 года выросли там в 7 с чем-то раз. И дальше следующий шаг, то, о чем нас все время просят. Мы не хотим принимать решения. Возьмите наши деньги, сами решите, во что их вложить, присылайте нам в конце месяца или там в конце года деньги, не хотим ничего знать. Но мы посчитали, что с этого начинать неправильно. Во-первых, говорю абсолютно открыто, я не хочу нести на себе ответственность за решение для сотен людей,
что делать со своими деньгами в стране, где в любой момент все может сгореть, исчезнуть, поменяться и так далее. То есть это ответственность, которую я в тот момент не был готов нести. Второй момент, мы это тоже проходили. Ты знаешь, у меня есть богатая история с криптовалютами. Я один из самых известных инфлюенсеров был в этой теме в 2017-2018 году и самый публичный, наверное, до сих пор инвестор в криптовалюты в СНГ. И мы с этим очень сильно обожглись. Как только ты говоришь, не парьтесь, вот я своими деньгами захожу, вы тоже можете зайти, в этот момент люди снимают с себя вообще любую ответственность, перекладывают всю ответственность на тебя. И когда все хорошо, ни один человек тебе не скажет спасибо. Мы заработали для своих клиентов миллионы долларов в крипте. За все время один единственный клиент подарил мне там бутылку коньяка, сигару, там еще какие-то штуки в благодарность за тот результат, который он получил. Но когда потом криптовалютный рынок развернулся, каждый, кто потерял в крипте хоть 20 долларов, счел своим обязательством написать в интернете, что Дмитрий Карпиловский мошенник, плохой эксперт, неправильные дает советы и так далее. И вот этого я тоже не хотел проходить второй раз, чисто эмоционально. Мне не нравится работать с безответственными людьми, которые не хотят брать на себя ответственность за результаты своих инвестиций. И мы поэтому сказали, мы даем консалтинг, юридический, сопровождение, помогаем определить, что хорошо, что плохо. Но решение финальное инвестор должен принимать сам. И только постепенно, когда мы накопили пул проверенных подрядчиков, управляющие компании, с которыми мы уже сделали сделки на миллионы долларов, только постепенно мы подходим к тому, чтобы сказать «Окей, а теперь я готов риски взять на себя». Но я думаю, что это не вопрос ближайших месяцев. И в любом случае, если ты будешь брать риски на себя, то ты захочешь часть маржи на себя взять. Это логично. Это, кстати, мы в клубе предлагали. Это тоже интересно. Все говорят, возьми мои деньги, управляй сам. А я предложил другой формат. Я говорю, смотрите, есть сделка. В ней доходность 24 годовых. Я возьму все риски на себя, но вы будете иметь не 24, а 16. 8 вы мне откусите. Ни один человек на этих условиях в итоге не зашел. То есть мы такую страховку предлагаем, но когда человек понимает, что он потеряет часть доходности, он уже и не очень хочет перекладывать эти риски. А вот глобально, так, чтобы вот снять с себя всю ответственность, отдать, готовы многие. Ну, тут, видишь, мы я пока не готовы. Я тебе розумію, тому що до нас теж небагато вже люди розуміють, чим ви займаєтеся, а ви приходять люди там, план, не план, яка різниця? Дайте мені там, ну, у нас спокійніші клієнти, там 8% річних, щось там інвестуйте собі до фондового ринку і все. Ясно, ми від таких моментів теж відмовляємося, тим більше фондовий ринок там не гарантовано, там може і мінус 8 бути. Окей, ти згадав слово платформа, ти виступав у нас на мітапі по платформі. Так, і ти згадав, значить, 200, це в рік у вас членство там 800 доларів і десь 1000 доларів, якщо це. А ти знаєш, ми так даже не считаємо, тому що у нас людей, які з нами весь год, не так много. Як пользуються клубом ребята? У кого немного капітала, і у нього локальна задача пристроїть там X тисяч доларів. Угу. Беруть обычно членство на 3 місяці. За 3 місяці вирішують всі свої питання, потім роблять паузу. На 3 месяца, на полгода. И когда у них деньги вернулись из предыдущих сделок, и они заходят в новые сделки, они берут опять членство в клубе. Ребята, у кого много сделок, или много денег, или они хотят более персонального личного общения, они берут пакет, который там на 100 долларов за полгода дороже, ну, туда входит много всего. Они решают свои вопросы за полгода, а потом многие делают паузу, например, на лето. Вот у нас сейчас, почему у нас там 780, а не 1100, у нас очень много участников сказало, я сейчас продлять не буду, я продлю там в августе, в сентябре, опять вернусь к активной работе. А летом я не хочу, я отдыхаю. Слушай, страшно, я ведь головняк, менеджмент. Конечно. Это же чья-то людина, ключи, включи, да. Слушай, этот головняк по сравнению с менеджментом наших собственных инвестиций, это вообще ни о чем.
Вот мы до того, как зашли в студию, как раз обсуждали, у нас личных сделок десятки. Представьте себе, по каждой сделке где-то может быть просрочена выплата, где-то затянулся ремонт, где-то магазин обещали открыть, он не открывается. Где-то это займ бизнесу, бизнес его просрочил, и надо включить какие-то механизмы. И это все надо отслеживать. И мы же понимаем, в этой инвестиционной тематике любая бесконтрольность порождает безответственность. Любой момент, где мы кому-то позволили, там, инвестору не вовремя выплатить, ну и как бы и никак его потом не поставили в рамки, приводит к тому, что в следующем месяце эта история повторится или наберет еще худшие масштабы. Вот это менеджерить сложно. Ну, собственно, мы поэтому с точки зрения команды и так вынужденно сильно выросли. То есть, если год назад мы справлялись там втроем, вчетвером, впятером, то сейчас вот у нас ребята собирались в офисе, собралось полкоманды, и полкоманды — это уже было больше 20 человек. То есть понятно, что инфраструктура, за которую участники клуба платят своей абонплатой, и многие говорят: блин, я плачу целых $60 в месяц, вы мне тут должны вот столько всего. А они не понимают, что там хороший юрист — это тут пару тысяч долларов каждый месяц, хороший консалт — это тут пару тысяч долларов каждый месяц. Прошерстить эти сделки, проверить все реестры, судебные решения, УБКИ, ЮКонтрол и так далее. Это все человеческий ресурс. А выпускать бесплатный контент в том объеме, как мы делаем, несколько часов крутых видеоматериалов каждую неделю, это еще 15 человек, которые этим занимаются. Вот люди это как бы не всегда этот масштаб осознают, и кажется, что много. А мы смотрим на это наоборот. Нам кажется, что это лучший способ потратить $60, но вы не найдете нигде такую компетенцию і таку услугу за 3 копійки. А от якщо платформа, у вас буде IT-рішення, там буде варіант, не знаю, плати там $10 в місяць, все тобі там обрізаємо, тільки можеш зайти на платформу і подивитись рейтинг. Ми хочемо зробити навіть інтересніше, ми хочемо зробити фріміум, щоб ти ці речі мог дивитися безплатно. Ага. Тобто наша ідея яка? Сейчас платформа будет доступна только участникам клуба. Она, по сути, заменяет витрину, где ты можешь быстро понять, что тебе нужно, что не нужно, что подходит, не подходит. Доходность, документы, видеообзор. Ну, то есть, это платформа про контент. А что мы хотим сделать? Это мы хотим сделать, чтобы как раз как можно больше контента отдать бесплатно, а платформу сделать про сделки. Дать возможность заходить меньшим чеком, чем это обычно возможно. Как самая большая цель, я думаю, в платформе мы сведемся к тому, о чем ты говоришь. Дать больше сервиса, больше консалтинга, больше помощи в принятии решений и возможность легко зайти маленьким чеком. Потому что сегодня мы видим очень большой запрос. Людей в клубе, у которых сотни тысяч долларов, они находят себе хорошие сделки и способ пристроить эти сделки в кругу друзей, у них есть еще шанс найти что-то хорошее и кроме нас. А вот человек, у которого 2 или 3 тысячи долларов, или у которого $500, без этой огромной инфраструктуры, которая стоит десятки тысяч долларов каждый месяц, невозможно сделать хорошее решение. У него просто нет этих ресурсов, у него нет этих связей, нет этих знакомств, нет этих там юристов, консультантов и приглашенных экспертов. И вот здесь мы видим очень высокую ценность, которую мы можем дать. И поскольку мы ее сильно автоматизируем, то мы сможем ее давать за маленькие деньги. Розкажи тоді про механіку, як це буде. Тому що мені раніше там задавали питання, там, куди інвестувати $10 000. І я, в принципі, бізнес, ну, не міг назвати це, там, може, якась там дуже дешева франшиза, якою треба щось самому займатися. Виходить, зараз, навіть якщо буде $2000 інвестора, він прийде на платформу, і як далі? Тобто це ж все одно йому треба в якийсь пул вступити, кудись внести гроші. Як ви хочете це реалізувати? Так, да, тобто, смотри, ми зараз говоримо про функціоналі, якого сьогодні немає, тому пусть зрителі зроблять поправку на те, що ми зараз будемо трохи фантазувати. Как это работает сегодня? Если мы хотим объединить инвесторов с более маленьким чеком ради покупки одной
какой-то общего инвестиционного актива, то законодательство предусматривает, по сути, из цивилизованных способов только корпоративный инвестиционный фонд. Угу. Это большой, классный инструмент, но он не годится для маленьких чеков. Минимальный порог по законодательству 1 830 000 долларов – это не для маленького инвестора. Квартиру вместе купить, скинувшись 100 маленьких инвесторов, невозможно. Ну, просто технически невозможно и операционно этим управлять невозможно. Но есть некоторые инструменты, которые законодательство предусматривает для таких вещей. Первый инструмент – это, например, договоры займа. Договор займа может быть заключен на любую сумму. Заплатить ты можешь как наличным, так и безналичным расчетом. А поскольку большинство сделок с малым бизнесом, они структурированы как договор займа, либо договор финансовой помощи возвратной, то получается почти любые инвестиции в малый бизнес мы можем накрошить маленькими кусочками. Нужно только договориться с бизнесом, чтобы им это было не напряжно. Второй инструмент, который законодательство обещает нам, что скоро будет, это цифровые активы. Это законодательство, вот к концу года обещают, что оно будет. Если оно будет подходящим для таких вещей, можно будет активы реальные отражать в виде цифровых активов, что-то с этим делать. Ты говоришь про токенизацию. Да, это могла бы быть токенизация, например, там, недвижимости или малого бизнеса. А третий способ, который у нас в законодательстве хорошо работает, это кооперация. То, что началось еще там 40 лет назад, законодательство за это время хорошо проработано, и мы можем вступать в кооперативы, имея долю от имущества кооператива. Вот это тоже в законодательстве хорошо структурировано, инвестора можно надежно защитить. Вот пока с этими тремя такими способами оформления приходится работать. Нужно также сказать, что розничному инвестору часто юридическая составляющая не важна. Потому что если я хочу на 1000 долларов зайти в недвижимость, ну как бы я ни прыгал, я не смогу получить тот уровень защиты, который у меня есть, когда я владею квадратными метрами жилой, сданной в эксплуатацию недвижимости. Это все равно будет какой-то не очень хорошо защищающий меня инвестиционный договор, или какой-то дериватив, или какой-то там корпоративная облигация, или еще что-то. То есть нужно понимать, что у маленького инвестора нет хорошей альтернативы, к сожалению. Вот у нас так рынок устроен. Маленький инвестор не может прийти на фондовый рынок. Высокие комиссии, высокий порог входа, бюрократия, мало хороших эмитентов. А маленький инвестор может сегодня прийти только в крипту. Но в крипте мы понимаем, что, как правило, если человек уже туда заходит, он начинает смотреть на цифры доходности высоковолатильных активов, зажигает, это разжигает в нем как бы жадность и интерес. И, как правило, людей, которые зашли в крипту и в крипте инвестируют консервативно под 8 или 10% годовых, таких людей практически не существует. Ну, я там, может, один такой. Крипта, да, це американські горки. Ну, цікаво буде з тобою про це поговорити. Давай ми цю тему відкладемо і ти ж розкажеш от, тим більше, про як там консервативніше інвестувати. По клубу ми більш-менш зрозуміли, як ви рухаєтесь. Є надія, що от і маленький інвестор зможе, да, там, з тисячою, з двома вкладати. Розкажи, що з точки зору. Я вжию слово IPO, але це не зовсім IPO. IPO – це коли там розетка вийде на біржу і там куплять всі, в тому числі і маленькі, і великі. Я більше про кейс Delphast, коли вони зібрали 3-4 мільйона доларів, там левову частку цієї суми з вашою допомогою. Тобто це таке, можна сказати, private placement. Так, да. Я мені подобається називати це краудінвестингом, тому що тут сила толпи была очень важна. Как private placement в классическом понимании, private equity, где зашло бы 1, 2, максимум 3 крупных инвестора, эта сделка, наверное, никогда бы не состоялась. И это кейс уникальный для Украины. В чем уникальность? Украинская компания от украинских инвесторов собирает миллионы долларов на открытие завода в Украине.
не завода, не какая-то хайповая история, не обещание тысячи иксов на криптовалюте, не какая-то там пирамида, MLM-структура, еще что-то. Скучный, ну, относительно реальный бизнес на реальные потребности в реальном мире собирает деньги от реальных, но маленьких инвесторов. Вот таких кейсов раньше в Украине особо не было. И мы гордимся быть частью этого успеха. И я очень надеюсь, что это станет, ну, мы уже видим, что это стало таким катализатором для других бизнесов задуматься о такой возможности. Если бы в Украине законодательство регулировало краудинвестинг, я уверен, у нас был бы рынок привлечения капитала от розницы намного более живой, чем рынок облигаций, который сегодня, там, 5 эмитентов, они все продали, и им больше нечего предложить. Да, ведь там самый ходовой Карцервис все распродал. Ну, Карцервис распродался, Эска распродалась, ULF распродался, Маневео распродался, MyCredit закрылся вообще внутрикорпоративно. Вот сейчас мы помогаем продавать гроши в Сим. И есть еще несколько компаний, которые будут выходить на рынок в формате облигаций, но мы понимаем, это все равно не масс-маркет. Это все равно между собойчик. Что, купить облигации меньше, чем на пару тысяч долларов, вообще не имеет никакого смысла. Доходность в ценных бумагах украинских эмитентов, она всегда вызывает у инвестора один и тот же вопрос. Зачем мне ваша ценная бумага, на которую еще потом я уплачу налоги, если у меня есть ОВГЗ? И мы приходим к очень опасной, на мой взгляд, ситуации, когда единственные ценные бумаги, которые пользуются спросом у розничного инвестора, это как раз ценные бумаги с самым высоким риском. Это микрофинансовые организации, это потребительское кредитование. А организации с классическим, стабильным, системным бизнесом, например, лизинговые компании, они не могут дать такой уровень доходности. За счет этого они менее привлекательны в сравнении часто с ОВГЗ. И получается, мы каннибализируем свой рынок. Мы накачиваем рынок высокорисковых бумаг инвесторами розничными. Что-то одно лопнет, и мы получим опять на годы тотальное недоверие к инструменту украинских ценных бумаг. В цілому, да, хоча я думаю, що люди, які йдуть там за ставкою там 25-30% річних в гривні, ну, все-таки якась освіта для них робиться, вони би мали робити це осознанно. Я дуже сподіваюся. Ну, давай чесно, а хто їх образовує? Ну вот, извини, что так это, вот, кроме вот мы, да, с тобой, понимаешь? Да, с тобой, Ярослава. Ну, объективно, брокеры не сильно заинтересованы в том, чтобы клиента образовывать. Брокеры заинтересованы клиенту продать. Эмитенты не сильно заинтересованы клиента образовывать, у них нет маржи на это. Если бы я продавал курсы, как научиться инвестировать, то я бы образовывал, потому что в этом есть огромная маржа, и ты можешь себе это позволить. У брокеров такой маржи нету, у эмитентов такой маржи нету. Остаются вот добровольцы, волонтеры, типа нас с тобой, Мирослава, еще там десятка ребят в Ютубе и еще пару десятков ребят в соцсетях, которые просто, ну, набивают шишки, делятся своими ошибками, делятся своими успехами. И мы все как бы пытаемся вытащить этот рынок на более цивилизованный уровень. Это займет пару лет, мы это называем греем космос. Мы все вместе кипятильниками греем океан и надеемся, что хотя бы будут очаги теплой воды и сформируется, ну, какой-то класс уже инвесторов, там пара тысяч или пара десятков тысяч человек, которые адекватные, и они пойдут рассказывать в своем окружении, что в Украине можно нормально инвестировать, можно нормально инвестировать не только в банки, не только в однушку возле метро, не только, не знаю, в слиток золота, а можно еще инвестировать во много разных хороших вещей. Ну тут, я думаю, якраз уже і вас треба похвалити, і нас, бо люди зрозуміли, що можна і фондовий ринок вложити, і в реальний сектор, і це трапилось за останні 2-3 роки. Що три роки назад, крім однушки біля метро і депозита, якби світ інвестиційний закінчився. Ти знаєш, ну, нужно сказати чесно, що в то время другие возможности проигрывали этим опциям.
То есть, если пару лет назад у тебя по ОВГЗ можно было зарабатывать и 15, и местами 20% годовых, на депозитах легко зарабатывалось 12, там тоже 15% годовых, ну ты понимаешь, действительно очень сложно это переплюнуть. Сегодня, когда ставки доходности упали, ставки доходности по консервативным инструментам упали, другого альтернативного рынка пока еще нету. Вот мы и получили уникальную ситуацию, когда в кои-то веки более прогрессивные инвестиционные инструменты могут дать результат лучше, чем старые, типа проверенные, типа надежные. Вот. И я очень надеюсь, что эта ситуация просто задержится достаточно долго, чтобы люди успели вкусить, получить результаты и разнести молву о том, что не депозитом единым богат инвестор, и не только однушка возле метро может приносить деньги. У нас, например, философия инвестиций в недвижимость вообще другая. Мы говорим, если вы что-то покупаете в рынке, это априори плохо. Я, конечно, сейчас немножко утрирую, чтобы донести мысль. Квартира, которая стоит на продажу, на Луне вы ее нашли, она уже стоит по какой-то цене, по которой ее рынок не спешит разбирать. Рынок покупает, у рынка же есть некое такое коллективный разум, где мы все понимаем, что квартиру, которая окупается арендой за 5 лет, надо срочно покупать, а квартиру, которая окупается арендой за 15 лет, вообще нет смысла брать. И вот этот коллективный разум устанавливает некоторую планку доходности общедоступных инвестиций, такой шаговой доступности для любого человека. И эта планка сегодня будет там на уровне, например, там, 7-годовых, 8-годовых. Ну, то есть квартира, которая окупается за 10 лет, это ок. А квартира, которая окупается за 6 лет, мы понимаем, ее снимут с рынка, вы ее не купите в рынке с окупаемостью 6 лет. Что мы делаем в этом случае? Мы ищем, где мы можем получить несправедливое, нерыночное преимущество. Либо мы должны разрулить какую-то проблему, которую другие не хотят рулить. Ну, классика жанра, квартиру продает очень пожилой человек с проблемами со здоровьем туда-сюда, или у квартиры какие-то есть проблемы юридические, какие-то за ней были суды, ее отбирали у банка, там еще что-то. Или это квартира, где хозяин хочет съехать, разъехаться, хочет обмен на две квартиры. Ну, то есть какая-то должна быть в этом сложность, какой-то челлендж. Другая история. Мы берем, например, квартиры неликвидной планировки, если мы знаем, что это можно переделать в ликвидную планировку. Вот у нас последняя сделка замечательная. Мы взяли на Черновола квартиру 118 квадратных метров, 94 тысячи долларов. Для Киева фантастически хорошая цена, потому что там 5 жильцов, 3 из них не могут выписаться, потому что их ищет военкомат. Пожилая бабуля не ходит, могут возникнуть вопросы, если потом оспорят, скажут, что она была невменяемой, не имела права продавать, еще что-то. И ты сидишь систематически, эти вещи разрубливаешь, за это получаешь потенциал доходности. Квартира имеет идеальную планировку, чтобы из одной большой неликвидной стать 4 маленькими суперликвидными ходовыми. И вот такие объекты в рынке, если находить, то математика совершенно другая. То есть у нас математика квартир, которые мы делим, у нас перед этим был объект 600 квадратных метров в Оранж-Сити. Вот этот объект, до этого мы там сделали десятки объектов с делением. У тебя получается при владении хорошей недвижимостью, сданной, ликвидной, без проблем по документам, купленной по очень дешевой цене, то есть риски в такой сделке, ну, совсем маленькие. Ты получаешь на выхлопе 30 годовых, например. Сама, если бы мы это делали сами, доходность была бы 45 или 40 годовых. Но поскольку мы всю операционку отдаем управляющим, все риски обязательно перекладываем на кого-то, то в истории, где мы практически не рискуем и практически не вовлекаемся, я считаю, что 25 годовых в недвижимости – это фантастический результат. Я згоден. Це те, що ти описав, це, в принципі, там, активні операції з недвіжкою, які, ну, глядачі нашого каналу не зроблять самостійно. Їм треба кудись. Я не сделаю. Да. От, в чому філософія нашого клубу?
Мы считаем, что инвестировать нужно не так, как инвестируют пассивные инвесторы, а так, как инвестируют активные инвесторы. Но операционку нужно отдать на аутсорс. Кому-то, кто много лет в теме, по кому есть хорошая проверяемая история, кто готов брать на себя ответственность за результаты и давать гарантии. И вот если мы такого человека находим или такую компанию, вот мы ей это поручаем. У меня нет ни одной инвестиции, где я сам чем-то операционно управляю. Разделение квартир – это один подрядчик, ремонты инвестиционные – это другой подрядчик, машины в такси – третий подрядчик, постройка домов – четвертый подрядчик, мы заходим в коттеджное строительство – пятый подрядчик. И вот таких подрядчиков у нас сейчас в клубе больше 50. И мы просто смотрим, кто в моменте может где предложить хорошие условия, хорошую сделку. Это такой, если хочешь, это такой фонд фондов. Це як набір управляючих компаній, да, перевірених, і в цих управляючих компаніях з'являються нові угоди постійно. Да. Да? Ну, вам в чомусь вже легше, бо ви знаєте, що це від перевірених людей. Ну, нужно тоже сказать, что то, что это люди проверенные, это же не убирает риски. Да. Да? То есть у нас тоже есть ситуации, когда ты работаешь с человеком, он проверенный, 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 а потом он влупашивается в стену. И поскольку ты рискуешь в первую очередь своим капиталом, а управляющие компании, они рискуют, как правило, своей репутацией, то это всегда требует все равно очень пристального контроля. Поэтому мы заходим в такие модели, где можно делать совместный контроль, где контроль не требует какой-то такой очень специализованной компетенции, а где, например, строится дом или не строится, может посмотреть любой участник клуба, который проезжает мимо. Запросить у компании какие-то документы и посмотреть их нашими юристами намного проще, чем если бы это было какое-то наукоемкое производство, и нам нужно было бы понять, эти ученые приблизились к решению проблемы или не приблизились. Мы заходим в то, что можно примитивно, просто силами человеческих усилий, мониторить то, что можно контролировать, и где мы понимаем, как вмешаться. Потому что что толку контролировать, если ты потом не можешь вмешаться? И у нас были такие кейсы, если управляющие компании начинают обижать инвесторов, мы вмешиваемся и объясняем им, что сейчас будет а-та-та. И, как правило, этого хватает, чтобы они успокоились. И у нас были самые разные кейсы. То есть иногда это просто переговоры, а иногда вот мы за рамками вспоминаем, когда это доходит до разборок, и мы сидим там с такими накачанными ребятами и объясняем там, кто кому что не прав. Иногда это требует юридического вмешательства, и мы взыскиваем, открываем уголовные дела, открываем исполнительные процессы. Иногда это доходит до смешного. У нас были кейсы, когда мы гоняли управляющих на медицинское свидетельствование, проверяли на наркотики. Регулярные аудиты мы проводим, когда мы проверяем, есть ли активы, есть ли техника, стоит ли она там, где обещали, что она будет стоять, оформлена ли она так, как обещали, что она будет оформлена. Ну, то есть, нужно понимать, да, когда это сотни сделок, это огромный процесс, который постоянно идет, у нас каждую неделю где-то что-то проверяется, каждую неделю у нас есть какие-то терки с какими-то компаниями, и каждую неделю нам нужно отстаивать права инвесторов, чтобы управляющие компании не борзели. Я думаю, після твоєї розповіді можна сміливо піддівати ці до часу клубу. Ні. Що люди послухають. Я тебе скажу, це стратегічна історія. З тою ціною, яка є в клубі, ну ми ж розуміємо, ми там денег не заробляємо. Наша задача була, коли ми відкривали клуб, улучшити собственні інвестиційні результати в першу чергу, тому що ми інвестуємо в першу чергу свої гроші. Улучшить эти результаты через эффект тысячи глаз. И нам нужна эта тысяча глаз. Мы можем легко поднять членство в два раза, у нас станет в два раза меньше участников клуба, типа те же деньги, меньше головняка. Но мы упустим отраслевую компетенцию, мы упустим чей-то опытный взгляд. У нас был кейс, приходит агропредприятие, рассказывает нам фантастические цифры, а у нас среди участников клуба бывший топ-менеджер Сингента.
И для него это вопрос двух звонков, найти лучшего в стране эксперта в этом вопросе, который скажет, вот тут неправильно посчитано, вот тут неправильно посчитано, и вот тут так не будет. И это дорогого стоит. И мы понимаем, что такая же точечная экспертиза может быть у маркетолога, который смотрит на бизнес-план и говорит, да вы по такой цене трафик в жизни не купите, развалится ваша бизнес-модель. Логистика, когда они говорят, вот тут износ автомобиля идет вот такой-такой-такой грузового, он говорит, вы что, ребята, с дуба упали, тут вообще другие цифры, по-другому надо считать. Тут вы не посчитали шины, тут вы не посчитали масло, тут вы не посчитали одно ДТП в месяц, все, математика развалилась. И мы бы это никогда не поняли, потому что ну, у меня 15 лет опыта в инвестициях, но меня все равно можно обмануть, тебя можно обмануть. Любого отдельно взятого участника можно обмануть, но обмануть 800 людей с разным опытом, как каждый из них в чем-то специалист, обмануть экспертов из этого же рынка, обмануть своих же конкурентов, это же тоже очень важный эффект в клубе. К нам приходит человек, говорит, я строю коттеджный городок, я вам дам 80 годовых. А рядом с ним сидит 5 других строителей коттеджных городков, которые конкурируют за наши деньги. И они говорят, брат, ты что вообще посчитал? Ну вот, это все эффекты, которые работают только на масштабе. Поэтому мы для себя приняли решение, лучше иметь больше участников с более низким чеком, чем иметь высокий чек, как во многих бизнес-клубах, и быть такой закрытой элитарной тусовочкой. То есть в этом смысле мы такой народный инвест-клуб. Якщо от про вашу бізнес-модель, у вас низька ціна входу, але ви ще виступаєте там а-ля андеррайтер, тобто там виходить компанія, вона там на біржу, да, вона залучає там Goldman Sachs чи Dragon Capital і віддає їй пару відсотків. От якщо ну, ми не беремо нерухомість, це там дуже специфічний ринок, якщо взяти реальний бізнес, там от масштабуються магазини, там відкриваються, обладнання закуповується. А скільки б цей інвестор мав заплатити вам за послугу заучення, реклами і так далі? Ми, це теж важливий вопрос, який не завжди очевиден людям, які смотрять, наприклад, наш YouTube. Ми не так називаємо fee-only advisor. Тобто у нас немає такої позиції, наприклад, як часто є у вас, що нам платять за нашу роботу клієнти, і більше ніхто нічого не платить. У нас модель такая, что нам платят низкую абонплату по сравнению с получаемым сервисом клиенты, но мы пытаемся услугу сопровождения инвестиционных договоров продать управляющей компании. То есть мы им продаем юридическое сопровождение, мы им продаем консалтинговое сопровождение, мы им продаем сопровождение инвесторских сделок, подай, принеси, передай деньги, подпиши договор, назначь встречу и многие другие вещи. То есть мы зарабатываем, можно сказать, с двух сторон. Если из рынка пришла бы сейчас компания и сказала, уважаемые, соберите-ка по нам под ключ, значит, всю махину, понятно, мы бы начали торговаться вокруг того, сколько мы будем готовы с них взять. И у нас есть... Ну, у нас нет какого-то четкого правила, это вот такой прайс или такой прайс. Есть много компаний, по которым мы эти данные раскрываем публично, потому что компании не против. А есть много компаний, которые не хотят, чтобы мы эту информацию раскрывали. А по итогу первого года клуба где-то 2/3 сделок заплатили нам 0%. Никаких комиссионных, ни в какой форме, ни в каком виде, никакой платной услуги. Треть компаний что-то платила. Средняя цифра первого года, я думаю, у нас была что-то типа 0.5%. То есть профессионалы рынка сказали бы, что мы демпингуем. Я бы сказал, что это даже мало. Да? Это очень мало. Мы учимся делать для них пользу так, чтобы не входить в конфликт с инвестором. Потому что нужно понимать, если они нам будут платить много, появится конфликт, кого защищать. Если они будут платить очень много, появится соблазн сказать инвестору, что черное – это белое, ну, как минимум, не черное, а серое, и так далее. Поэтому это всегда тонкий баланс. Но чего люди недооценивают? Люди всегда думают, что вот это лавирование между инвестором и управляющей компанией, что это про деньги.
как тут взять побольше и тут взять побольше. На самом деле это лавирование, это деньги, это там 1% от всего, что нужно между сторонами сбалансировать. Больше всего это про условия и про риски. Потому что управляющая компания всегда заинтересована как можно больше риска перегрузить на инвестора. Инвестор всегда заинтересован как можно больше риска перегрузить на управляющую компанию. То же самое с операционкой, со всем остальным. И особенно во время решения конфликтов неправы могут быть оба. Это тоже сложно, потому что иногда инвестор тоже заявляет несправедливые претензии, а мы должны его защищать. Управляющая компания иногда борзеет, мы должны ее поставить на место. Но самое главное, это нужно свести в точку, где обе стороны довольны сделкой. И вот этот инвестбанкинг – это то, что съедает больше всего времени. Это челночная дипломатия, одним сказать, что там хорошие люди, этим сказать, что там хорошие люди, при этом никого не обмануть и никому не создать завышених ожиданий. Навіть ці зідзвони, що ви проводите, коли є спілкування, коли там УК чесно відповідає на всі питання, в тому числі незручні, це вже от, знаєш, такий кирпичик в то, що це. Ну, я думаю, ти був на парі зазвонів, де ми управляючих прям трамбуємо. Ну, про що по-другому не можна. Когда ты говоришь, если вы так сделаете, мы будем считать вас мошенниками. Если вы так сделаете, мы вас репутационно уничтожим. Бывает, когда компании загоняются в тупик. Мы говорим, а вот это как? А вот это как? А не можете ответить? А что вы от нас скрываете? А чем докажете? А бывает, что это все очень комплементарно. Но тут тоже нужно понять, это не потому, что у нас какие-то особые отношения с этими компаниями. Просто есть компании, которые подготовились лучше, и у них сразу все четко и понятно. Нам не нужно задавать много глупых вопросов. Есть бизнес-модели, которые изначально защищают инвестора очень сильно. Есть бизнес-модели, в которых инвестор не защищен ничем. Вот, например, в машинах, в такси все рассказывают, ну не все, но многие рассказывают о своем опыте с машинами в такси. И мы еще в самом своем первом ролике, там, не знаю, полтора года назад, сказали, ребята, в такси есть куча моделей, но единственная для инвестора, реально защищающая его, это машина под выкуп. Когда у тебя машина принадлежит тебе, ты ее сразу продал в первый же день по фиксированной сумме, у тебя возникли обязательства перед тобой у водителя и у управляющего. И у того должно быть достаточно денег, чтобы с тобой рассчитаться. И должна быть договоренность с управляющим, что если не рассчитывается водитель, это проблема управляющего, а не твоя. И только на таких условиях можно что-то построить. Но многие инвесторы ведутся на обещания менее этичных компаний, потому что расписать бизнес-модель, в которой у инвестора 50 годовых, в такси очень легко. Нужно просто забыть про аварии, забыть про техосмотры, забыть про каско, забыть про шины, забыть про трекер, забыть каких-то мелочей, и 50 превращаются в 5. И поэтому вот модели, где ты зависишь от будущего результата компании, а она не может тебе показать прошлые результаты, это модели, которые мы очень не рекомендуем и сами в них, например, не инвестируем. Модель, где тебе дают гарантии доходности, нам нравится намного больше. Даже понимая, что взыскать эту гарантию может быть сложно, но все равно сделка, в которой эта гарантия хотя бы четко прописана, она намного привлекательнее. Да, ну, как раз по машинам, я помню, когда вы тогда вышли, там было, с видео было где-то 24, попит там зразу з'явився, зараз там ставки впали, і люди в певний момент шукали там 30-40% в річних машинах. Це ситуація нормальна, коли там інвестор біжить за дохідністю, але розуміє, що там потім і підводні камені будуть з тою дохідністю. Ну, у нас є якраз відоме відео на цю тему. Ми теж хотіли 40 годових, X5 гібрид, пригнаний зі Штатів, встав нам в итоге где-то, я думаю, мінус 20. И полтора года бесцельно замороженного капитала, нервы, тысячи сообщений, аудиосообщений в переписке с подрядчиками. Ну, то есть, нужно понимать, в Украине не бывает безрисковых инвестиций от слова совсем. Даже ОВГЗ в нашей стране не безрисковая история. И въехать в забор инвестору намного легче, чем кажется снаружи. У нас в рынке очень много неопытных инвесторов,
И они так залетают с шашкой наголо, и никакая статистика их не убеждает. Причем они такие же оголтелые есть в фондовом рынке, которые говорят, S&P 500 должен давать 10% годовых, где мои 10%? И они такие же есть в машинах, в квартирах, в чем угодно. Это не люди плохие. Это просто отсутствие образования, отсутствие насмотренности. И это то, что мы повторяем. Супер важный фактор для инвестора – это не только много всего знать, а и элементарная насмотренность. Видеть 10 разных инвесторских историй, видеть 10 разных экспертных мнений, видеть 10 разных предложений однотипных в рынке, тогда у тебя в голове появляется хоть какое-то представление, как это может с тобой произойти. Когда люди пытаются понять, что они получат на фондовом рынке, мне очень нравится в каком-нибудь портфолио-визуалайзере нарисовать им S&P 500. Они говорят, о, так это ж, ну, она, конечно, вот такая, но это ж почти прямая. У них в голове средняя цифра 10 годовых, как на депозите. 10, 10, 10, 10. Рисуешь картинку, они такие, ну, она ж в целом растущая, ничего. Убираешь логарифмическое отображение. Что на логарифмическом графике кажется, что падение было вот таким, а это вот такое, и это в 3 раза. Начинает лучше проясняться. Показываешь rolling returns. Когда ты говоришь, смотрите, ребята, если бы вы вложились в 2000 году в S&P 500, вы бы 7 лет были в минусах, потом бы вы почти вышли в ноль, потом бы вы еще 7 лет были в минусах, потом вы бы вышли в ноль, и потом вы бы что-то, может быть, успели заработать. Но действительно ли вам бы хватило терпения, хладнокровия 15 лет просидеть в минусах? Вы бы точно не продали этот фонд? Вы бы точно не сказали всем своим друзьям, что эти фондовые рынки – это какая-то дичь? Ну и так далее. И вот когда человек видит, что в среднем инвесторы, которые инвестировали 3 года, не зарабатывают 10, а зарабатывают 5, а есть много периодов в истории, когда инвестор на 3 года зарабатывал минус 5, минус 10, минус 20, у них начинает строиться картинка. Но это треба показувати, тикати пальцем і розказувати. Так, я тебе дуже добре розумію. Ми постійно це робимо. Мені здається, що вже починає доходити. Слухай, я трошки поверну з фондового ринку венчурні ще, але так чуть-чуть. Дивись, там Дія Сіті скоро запуститься. І от історія з Делфостом стане більш масштабуємою. Там з'явиться купа, там, сподіваюся, технологічних компаній. І там будуть історії там наступного GitLab, там чи чогось такого. Ну я так розумію, що Укрінвестклуб з таким поки не планує працювати. Тобто ви все-таки більше за реальні історії, де є там електробайк, чи є щось таке фізичне, а не софтверне. Ти знаєш, це не наша принципіальна позиція. Це вопрос нахождення компаній, які відповідають нашій філософії. Тобто наша мисль яка? Принимать решение должен инвестор, но поиск, отсмотр, скоринг, операционное управление, ну, короче, всю операционку должен делать кто-то, кто в этом очень опытный. Если инвестор начинает сам по своему усмотрению искать стартапы, общаться с ними, принимать решения, давать им деньги, он, скорее всего, все потеряет. Ну, опыт, просто статистика говорит, что ангелы, которые работают без инфраструктуры, без поддержки фондов, без нетворкинга и так далее, у нас не зарабатывают денег. Успешных кейсов на всю страну, там 5 инвесторов, мы их всех знаем, они к нам с тобой входят в интервью. Нужен подрядчик, кто это может делать на потоке. Искать, отсматривать, показывать, помогать принимать решения. И если в недвижимости мы таких там 10 нашли, в коттеджах 10 нашли, в малом бизнесе 10 нашли, в такси 10 нашли, ну и так далее, то в стартапах мы пока таких 10 не нашли. Угу. Вторая особенность. Чтобы принимать решение, нужен какой-то базовый опыт. У нас, у многих инвесторов в Украине есть, понятно, жизненный опыт, бывает бизнесовый опыт. Но венчурного опыта у нас, у инвесторов, практически нету. А сам майндсет, как оценивать стартап,
в венчуре и в реальном секторе принципиально отличаются. И поэтому, когда мы показываем даже какие-то стартапы, инвестор, как вычислить по первому вопросу инвестора, который не понимает в стартапах, когда он спрашивает, сколько лет окупаемости. Если в стартапе человек задает вопросы там, про сколько лет окупаемости, какую там долю он получит, какие-то такие очень вопросы из мира либо private equity, либо реального сектора, либо еще чего-то, крайне маловероятно, что он схватит на ходу венчурный подход. Потому что в венчурном подходе самый главный вопрос — это мультипликатор. Это вопрос, какие сделки есть в этом секторе, как принято оценивать компании, какой трекшн, какая динамика развития, сколько month-to-month прирост, там, например, revenue. И это вообще другой мир с другой методологией. Поэтому тут очень сложно поженить инвестора, который в этом ничего не понимает, с отсутствующим подрядчиком. И в этом смысле мне очень импонирует то, что делает iClub. Они, по сути, берут сделки фонда TA Ventures, Виктории Тигибко, и позволяют туда заходить более розничным инвесторам. На днях мне сказали, будет запускаться клуб венчурных инвесторов от Украинской ассоциации венчура. Есть клуб венчурных инвестиций от Altair Capital Игоря Рябенького. У них Альта-клуб они называются. Ну, то есть появляется инфраструктура, которая позволит лучше принимать решения, лучше находить, лучше скорить. Но это займет время. И мы очень осторожно туда заходим. И поэтому пока мы берем на самом деле не классические венчурные проекты, а мы берем те венчурные проекты, которые ближе всего к реальному сектору в Украине, потому что у наших инвесторов там лучше компетенция их оценивать. По меркам венчура, я сразу предупрежу наших зрителей, если нас смотрят венчурные капиталисты, по меркам венчура это все ужасные проекты. Delfast по меркам венчура ужасный проект. Solar Gaps по меркам венчура ужасный проект. Любой проект, который делает хардвер в Украине, строит завод в Украине или делает что-то в реальном секторе в Украине, по меркам венчура автоматически ужасный. Это просто разные миры, мы их не можем поженить, мы просто можем сказать, вот есть направление реального сектора, есть направление недвижимости, есть автомобили. Есть направление фондовые рынки, есть направление финансовый сектор, есть направление украинские ценные бумаги, есть направление криптовалюта. В каждом из них правила игры совершенно другие. И есть направление венчурные инвестиции, и тут правила игры тоже совершенно другие. И сказать, что опыт, накопленный в одном, можно перенести в другое, нет. Я больше 10 лет занимался криптовалютой, этот опыт мне не очень помогает оценивать заводы-пароходы. А человек, который профессионально всю жизнь занимается, не знаю, солнечной энергетикой и на этом собаку съел, не факт, что он сильно лучше оценивает бизнес-модели машин в такси, лучше, чем там человек без профильного опыта, но с опытом в такси. Ну, ничего не сделает. По венчурным зрозумів. Я єдине, що можу додати, що там чеки входу не 2000, не 10 да. згаданих уже венчурних капіталістів. Тому повернемося в реальний сектор. Ти говориш, ми у нас Укрінвест Клуб, і в тому числі щодо ваших інвестицій. Починалось же все з тебе і Саші. Я так розумію, ніякого там сімейного корпоративного інвестиційного фонду там Саша плюс Діма немає. У вас кожного свої гроші. Кожен сам вирішує, як інвестувати. Ні, у нас спільні інвестиції. А, у вас спільні. Так, да, Саша, у нас спільні інвестиції. У багатьох учасників Укрінвестклубу є якісь свої інвестиції, не зв'язані з клубом. І велике кількість інвестицій у нас спільні. Тобто куди і ми зайшли, і клієнти зайшли, або хтось із клієнтів зайшов. У нас немає в цьому сенсі якихось чітких правил, що от только так или только так. Есть личное, где, ну, то есть есть сделки в клубе, в которые мы не входим. Есть сделки в клубе, в которые мы входим. Причем мы часто анонсируем вход после того, как зашли другие, чтобы не создавать конфликт интересов.
Есть сделки, в которые мы посчитали хорошими и вошли, а никто в клубе не захотел. И есть сделки наоборот, куда полклуба захотело, а нам кажется, что эта сделка не очень. То есть это такая история суперсубъективная. У каждого другая оценка, какой риск важен, а какой риск не важен. Есть люди, которые верят людям. Они хотят увидеть фаундера, собственника, управляющего, посмотреть ему в глаза и сказать, ну, честный мужик, он меня не обманет. Есть люди, которые не верят людям вообще, и они говорят, мне вообще плевать, кто ты такой. Значит, залог, доля, арест на корпоративные права, вот я хочу вот так. У нас все будет там четко структурировано. Есть люди, которые говорят, кинули деньги на стол, говорят, ну, как вы там оформите, там, мне вообще по барабану, я приду через год за своими деньгами. То есть мы стараемся только наладить это общение, чтобы они между собой не перетягивали одеяло, чтобы не было ситуации, где инвестор может сильно, как бы сказать, сильно задавить интересы управляющего, и чтобы не было ситуации, где управляющая компания получает слишком много власти. Но конечная философия клуба такова, что все взрослые мальчики, и если человек принципиально хочет как-то по-своему, мы просто говорим, мы эту сделку не сопровождаем. То есть в этой сделке вы ее можете заключить как хотите, мы ее просто не будем сопровождать. Вот есть правила, на которых мы ее сопровождаем. Это значит, мы потом будем вам помогать медийно, будем консультировать юридически, будем помогать какими-то советами, ну то есть будем вмешиваться в разруливание этой ситуации, медиацией, медийным давлением, еще чем-то. А есть сделки, где мы говорим, извините, конечно, мы в этих сделках ничего не понимаем, мы не можем как бы даже риски в ней оценить, поэтому это, пожалуйста, мимо нас. Ну там между собой как-то договорились, мы в этом не участвуем. И тут нужно тоже понимать, о многих сделках, которые заключены в рамках клуба, мы даже никогда не узнаем. То есть это статистика, которую я называю, это статистика сделок, о которых нам сообщил клиент и которые подтвердила управляющая компания. И эти сделки для нас самые важные. Почему? Мы точно знаем, что сделка была. Мы точно знаем отзыв клиента. Мы точно знаем, какие обязанности наступили у сторон, потому что мы видели шаблон договора. И мы на этом хотим в том числе построить уникальность нашей платформы и ценность для открытого рынка. Потому что мы, по сути, единственная компания в Украине, у которой есть сведения достоверные о том, какая управляющая компания как себя ведет. Потому что на Минфине комментарии писать могут кто хочет. Да, ну там рейтинг банка, у вас будет рейтинг управляющих компаний, и він буде для учасників клубу. Ти сказав общі деньги, у мене просто, ти мені навіть розповідав це, що ти такий агресивний інвестор, і ти б рекомендував, так як ти інвестуєш. Саша, ну я не знаю, мені здається з відео, що він такий більш консервативний. Да. Да. Як тоді разом інвестувати? Це виходить, Саша може казати там вето, 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 і не вкладаєте? Ну, в цілому, тобто мисль яка, в цьому же і сила. Мене може занести на повороті. И у меня такое бывает, что я могу, у немцев есть такая пословица, докидывать хорошие деньги к плохим. То есть, когда уже все плохо, а мне кажется, что вот если еще сюда доинвестировать, можно еще что-то отыграться. О, как у азартных ребят, я не очень азартный, но это похоже на отыграться. А у него наоборот, он такой более консервативный, такой, нет, это стрёмно, это опасно, тут мы не хотим. И как раз нахождение вот этого среднего, оно как раз немножко нас балансирует. У меня есть отдельно от наших общих инвестиций сверхагрессивный портфель еще со времен до Укринвест-клуба, и это в основном криптовалютные истории. То есть, если мне надо прям поиграть с огнем, то я играю с огнем в крипте. В реальном секторе, ну, это такое решение, которое должно быть принято в симбиозе. Я свои аргументы, у него свои аргументы, и от многих сделок мы отказываемся. Иногда бывает, что мы отказываемся из-за того, что между собой не можем найти консенсуса, но это тоже хорошо. То есть это как раз и дает нам определенный баланс.
опять-таки, нужно понимать, почему еще мы не рекомендуем инвестировать так, как мы инвестируем сами. Помимо того, что я, например, более агрессивный, нужно понимать, что у нас инструментария для защиты своих интересов больше, чем у розничного клиента. Я могу пойти, например, в сделку с открытием магазина, не глубоко проверяя какие-то вещи, потому что я понимаю, мой главный инструмент контроля того, что там все будет хорошо, это то, что если там все будет плохо, об этом узнает несколько сотен тысяч человек. И это главная мотивация управляющего, чтобы у меня было все хорошо. В этом смысле у меня есть несправедливое преимущество, это как раз наша философия. У инвестора такого не будет. Я готов ввязываться в судебные распри, к чему инвестор не готов. Я готов ввязываться в медийные войны, к чему инвестор обычно не готов. И у меня есть еще куча там инструментов, начиная от дополнительного капитала в любой момент докинуть, заканчивая там всем возможным инструментарием, чтобы выруливать сделки. И я full-time инвестор. У меня есть 8 часов в день на то, чтобы управлять своими инвестициями, чего нет у большинства. Поэтому мы всегда говорим, друзья, сам факт того, что в сделку захожу я, или что во что-то инвестируешь ты, или во что-то инвестирует Мирослав, или во что-то инвестирует какой-нибудь известный человек, не значит вообще ничего. У нас совершенно разные стратегии. И та стратегия, которую двигаюсь по ней я, она не подходит для 90% участников клуба. А 90% сделок в клубе неинтересны мне, потому что у меня намного больше инструментов заработать 30 и 40 годовых, а участники клуба ориентируются на 15-20. Такой золотая середина умеренно рисковых сделок с несправедливым преимуществом для инвестора, с хорошей защитой для инвестора, но там не будет 100 годовых. Вот. И это просто, ну, как вот на вкус и цвет фломастеры все разные. От я люблю желтенькие, они любят красненькие. Ты про це розповідав, я згадав, як в мене на каналі роки два назад вийшло відео про Кесі Ву та РК, ці фонди. І десь пару місяців назад коментар під одним з відео: Любомир, дякую, я заробила 110% річних. От, я, звичайно, порадів, да, і зразу і злякався. Я зразу зняв ще одне відео про Кесі Вуд, про РК, розказав, хто це такий. Ну, знаєш, детально вже розказав, що може так 100% більше й не бути, може бути. Та, слухай, крипта. Я тут, в принципі, більше чайник. Мене коли запитують, знаєш, як от є пошуки в Гуглі, коли якась тема хайпу, а вони ростуть. От це я ж постійно десь виступаю про інвестиції. Біткоін росте, завжди більше питань про біткоін. Біткоін падає, нікого не цікаво. І так останні там роки три. Моє зараз розуміння, дивись, що я би інвестував, мабуть, в блокчейн там через фінтек-компанії. Не напряму в крипту, а ну, ти згадав дуже цікаву річ, там, що можна і 8-10 в крипті більш стабільно заробляти. А от з точки зору не тебе, як інвестор, який там 10 років в цій темі, знає всіх і все там, в СНГ, а такого чайника, який думає, ну, може там 2%, може 5% в крипту зайти, ну і бажано, щоб потім там моя біржа не зникла з моєю криптою. От як краще? Я думаю, что это примерно такая же история, как с фондовыми рынками. На фондовых рынках есть сотни стратегий, каждая из них со своими плюсами и минусами. И есть стратегии, которые можно исполнять только при наличии определенного опыта, навыков, ресурсов, времени там, и так далее. Например, там, какой-нибудь intraday трейдинг требует огромного опыта, вовлечения, целый день, терминал, все дела. А каждый месяц покупать S&P 500 независимо ни от чего, это стратегия, которую может экзекьютить любой человек, и у которой очень мало ограничений. В крипте очень похожая история. В крипте можно играть в супер высокорисковые игры с огнем. В какой-то момент это было ICO, в какой-то момент это были IEO, сейчас это IDO. В какой-то момент появилась целая инфраструктура DeFi. Это еще огромный пласт криптовалютных историй. Трейдинг. На любом высоковолатильном активе всегда можно заработать
угадав, куди він двигається. Появилось, ну, совокупно там сотні стратегій. Просто большинство из этих стратегий требует глубокого погружения и компетенции, так же, как на фонде, так же, как в венчуре. А есть стратегии, которые дают більш-менш адекватные результаты, но не требуют ничего. Вот если мы говорим о таких стратегиях для новичков, то их несколько. Первая стратегия, как с S&P 500, каждый месяц покупай по чуть-чуть, вообще не важно, какой курс. Вторая стратегия для новичков. Покупай монеты из топ-10. Рано или поздно, на следующем взлете, они отыграют. Я, например, в свое время купил топ-20 пакетом. Это был, если мне не сменяет память, конец 2017 года. И после этого рынок упал в разы. То есть после этого мы пережили падение рынка в 6 раз, падение многих монет в десятки раз. Но вот прошло 4 года, и на ту инвестицию в этом году я вышел с мультипликатором 4. То есть доллар превратился в 4 доллара. Mm-hmm. Это сильно больше, чем я бы получил в любом консервативном инструменте. Но для этого нужно было пережить падение. Какая стратегия принесет больше результата, как и на фондовых рынках, никто не знает. Ну, никто не знает, что в следующем году даст больше, S&P 500 или ARK. И никто не знает, больше принесет ETF на биотех или ETF на Big Pharma или ETF на там быстрорастущие технологические компании. Это невозможно предугадать, у каждого аналитика на это свой взгляд, и это взгляды аналитиков, они, как правило, противоположны. Такая же история в крипте. Есть неизменные факторы. Неизменные факторы – это высочайшая волатильность, способность в течение дня сменить там котировку на 20-30% как вверх, так и вниз, низкая защищенность, высокая технологическая сложность, растущий интерес по мере того, как технология набирает так называемый mass adoption. Вот эти факторы, они бесконечны, ну, они такие фундаментальные, вряд ли они сильно поменяются. Исходя из этих факторов, работают вот эти долгосрочные простые стратегии. Покупай то, что в наибольшей степени отразит рост индустрии. Рост американской экономики лучше всего для неопытного человека отражает S&P 500. Рост криптовалютной экономики лучше всего отражает биткоин, либо индекс самых больших, самых капитализованных монет. Вот эти стратегии легко реализуются. Что касается биржи, вся криптоэкономика выросла на тезисе «не твой приватный ключ, не твои деньги». Uh-huh. Биржи – это доверительное хранение. Вы доверяете, можете потерять. Если вам не сложно потратить 2 минуты, чтобы поставить себе в телефон кошелек и сохранить секретную, ну, сид-фразу, uh-huh. Специальный ключ, распечатать, положить в сейф, то, в принципе, лучше хранить не на бирже. Но опять, дальше нужно лезть в детали. Есть причины хранить на бирже, есть причины хранить не на бирже. Большие суммы лучше хранить на специальных брелках, аппаратных кошельках. Это тоже во многом вкусовщина. Но самый главный момент, который люди должны понимать. Криптовалюты непредсказуемы. И все, что вам говорят аналитики, все, что вам говорят специалисты, даже такие опытные, как я, не имеет никакого отношения к реальности. Никто из нас не способен повлиять на то, что там происходит. И там так много внешних факторов, макрофакторов, которые в экономике быстро не меняются. В экономике единственная вещь, которая может повлиять на макроэкономические факторы неожиданно, это глобальная катастрофа. Это либо ковид, либо Третья мировая война, либо на нас падает метеорит. Но это все маловероятные события. Mm-hmm. В криптовалюте есть огромное количество макрофакторов, но они регулярно отрабатывают. То есть это экономика, в которой черный лебедь прилетает каждую неделю. И если ты к этому не готов, не стоит туда идти. То есть тут просто самый важный совет инвестору. Ты должен быть готов к тому, что твой портфель потеряет 95%
своей стоимости. Со мной так было первый раз в 2011 году, а последний раз со мной так было в 2018 году. И там американские горки. Так, да, інвестору або треба дуже маленьку суму вкластись, або ще зразу до психотерапевта записатися на курси. Дивись, я для себе так уявив. Я, припустимо, там відвів там $100 в місяць чи $1000 в місяць, неважливо. Регулярну суму, яку я готовий вкладати в крипту, відкрив десь там на Coinbase чи Binance рахунок на біржі, купив і потім вивів на свій кошельок, ну, щоб не нести ризику біржі. Єдине в мене питання, що, дивись, в SAP мені не треба покупати Coca-Cola чи Procter & Gamble, я купую багато компаній. Чи є от якийсь там монета-монет, індекс, як ти сказав, щоб купити зразу 10? Єсть. Вони не такі популярні, як на фондових ринках. Тобто, якщо на фондових ринках SPY или VU по своїй капіталізації можуть бути більше, ніж віддільно взяті компанії, то в крипте эти индексы не так популярны именно из-за простоты. Потому что ты сам себе можешь купить этих монеток. Акции отдельные тебе купить тяжело, они часто дорогие, сложно, ты платишь за каждую покупку комиссию и так далее. В крипте, если ты уже, у тебя есть аккаунт на Binance, то ты можешь парой кликов скупить себе самые популярные монеты и сам. Но есть и индексы именно в формате консолидированного актива. Вот я, например, инвестирую в крипто 10 и крипто 20, индексы, соответственно, на топ 10 и на топ 20 монет, от компании Invictus Capital. Есть индексы от других поставщиков. Угу. Нужно понимать, что тут ты берешь на себя риск того, кто организовал этот индекс. Угу. Это тоже своя специфика. Да, то есть всегда есть риск посредника. В крипте от него уйти просто намного проще, потому что в крипте можно купить не целый биткоин, а одну 100-миллионную часть биткоина, нужную дробную часть этой монеты, этой, и все забрать. Но в крипте есть и проблема с этим связана. Каждая транзакция – это комиссия, и в некоторых сетях они очень высокие. То есть если там еще месяц назад ты бы попытался что-то такое сделать на эфириуме, тебе каждая транзакция легко бы стоила $10, каждый перевод токена легко бы стоил $20-30, каждое взаимодействие с децентрализованной финансовой системой могло стоить сотни долларов. Поэтому, с одной стороны, есть огромное количество крутых решений, а с другой стороны, эти решения не всегда предсказуемы для маленького капитала. На большом капитале, конечно, если ты оперируешь миллионами долларов, у тебя полная свобода действий. Если ты оперируешь $100, многие активы для тебя недоступны. Крипта начиналась как попытка демократизировать инвестиции в цифровые активы. Это сегодня далеко не на всех блокчейнах возможно. И они между собой соревнуются. Появляется блокчейн, который говорит, а вот со мной как раз так можно. И это притягивает интерес, появляется экосистема, в этой экосистеме растут ставки, это как в венчурном бизнесе, все начинает очень высоко оцениваться, все летит, многие люди туда переносят капитал, но экосистема незрелая. Вот у меня было, например, 5 сервисов, где я хранил очень серьезные суммы, я их из этих сервисов вынимал, и этот сервис в течение пары недель потом взламывали, и инвесторы теряли деньги. То есть мне там раз 5 просто повезло. Если бы я вовремя не вытащил, мои деньги могли бы быть потеряны. Последний кейс у меня был на платформе BeVault. Я успел вытащить, наверное, там порядка $50,000, еще 50 оставил в работе, их взламывают. Они выкатили компенсационный план, но, в общем, из 50 мне компенсировали 38. И дальше остаток они еще там как-то будут годами как-то компенсировать. А до этого из 4 сервисов я вышел, и там взломали, и многим ничего не компенсировали. То есть есть внутри крипты супервысокорисковые направления, где у тебя очень высокая доходность, но и очень высокие риски. Есть внутри крипты очень консервативные направления. AAV, Compound,
например. Это сервисы, где хранят миллиарды долларов самые прошаренные в индустрии криптаны. Люди, которые стоят у основы, по сути, этой индустрии, являются самыми влиятельными, абсолютно спокойно хранят там сотни миллионов долларов. Мы видим каждую неделю транзакции на сотни миллионов, либо на миллиарды. Но там и ставки, примерно как в банковской системе. То есть низкорисковые депозиты в крипте 5% годовых, среднерисковые депозиты в крипте 15% годовых. Хотите играть с огнем? Пожалуйста, хоть 100, хоть 1000 годовых, на любой аппетит к риску есть свое предложение. Я из всего вышел. То есть я даже будучи агрессивным инвестором, мне было уже страшно. Вышел, тому що ти вже втомився від цих горок і ризиків? Да, да. Ну, з одної сторони, я вже не вижу несправедливого преимущества, да, я не вижу хорошого отношения риска к доходности. Второй момент, об'єктивно устал. Ти ж понимаешь, на американських горках, вот даже в жизни, прикольно кататься первые 5 виражей. Потом ощущение ты уже для себя понял, но на втором часу катания у тебя это вызывает уже только тошноту. Да, поки молоды. Да. И дальше это просто не было интересно. Ты один раз для себя, ну то есть, понимаешь, вначале я верил в какие-то постулаты криптоанархизма, потом я верил в технологию, потом я верил в mass adoption. Ты каждый раз находишь для себя что-то новое, во что можно верить, и ездишь на этих американских горках каждый раз с какими-то новыми ощущениями. А потом в конце ты просто понимаешь, в конечном итоге это все одно большое казино, где не ты устанавливаешь правила, и казино всегда будет среди выигравших. То есть всегда побеждают те, кто продают лопаты. Ты покопал тут, покопал там, тут ты искал бриллианты, там ты искал золото, а лопаты ты исправно покупаешь. И в какой-то момент просто это золотоискательство мне перестало быть интересным, и меня качнуло в противоположную сторону. Собственно, так появился Укринвест Клуб. 10 лет в диджитале, я инвестировал в стартапы, я инвестировал в фонду, я инвестировал в криптовалюты, я делал все это публично, на миллионные аудитории, и в этом был фан. И потом ты просто от этого устаешь, и это совпало с падением всех этих рынков. Это морально тоже не очень легко, когда вот тебя толпа боготворит, а на следующий день она тебя ненавидит и пишет, что ты мошенник, несправедливо, на мой взгляд. И ты такой, ну ладно, не хотите, как хотите. Пойду займусь тем, чем давно хотелось, но руки не доходили. И мы пошли в реальный сектор. И начали набивать шишки, делать все возможные ошибки. Мы потеряли у нас вот этих non-performing loans наших личных, не клубных, наверное, 1200 уже накопилось. Это опыт, который мы задорого купили, и теперь в розницу его продаем маленькими порциями участникам клуба. И это, я считаю, самая вин-виновая модель. Я могу делать то, что мне кайфово, и не тяну в это никого, потому что там высокие риски. Но опыт, который я оттуда получаю, я отдаю на служение уже большому количеству розничных инвесторов. И еще у меня там маржа. Между тем, как я опыт купил, и между тем, как я опыт продал, я еще могу что-то заработать. Слухай, твою відповідь про криптовалюти можна вирізати, знаєш, і показувати потім людям, які продавати як майстер-клас. Да, да. Можна, як це правильно, фрібіум, тобто кусочок відповіді виставимо, скажемо, далі йдуть купляти. Ні, ми этот момент вже пройшли. Ми в 2017 году були самой большой компанией в Україні, которая занималась образованием в крипте с тысячами клиентов, с миллионами долларов в продажах. Я думаю, що наелись, спасибо. Особой благодарности по прошествии лет не ощущается, хотя все люди, кто покупали тогда крипту, сейчас в огромном плюсе. Но у меня нет шквала в личных сообщениях, писем, Дмитрий, спасибо. Хотя в этом году был, кстати, прикольный кейс. Когда-то давно, где-то в марте, наверное, 2018 года, мы покупали людям разных монет. Вот как раз в той модели, когда они перекладывали на нас принятие решений, мы говорили, вот будет пул, мы выберем 5 монет, купим и отдадим вам. И так и случилось. Мы купили, и у нас была большая позиция в проекте Noia.
Полтора года мы ждали токенов. Нам их не выдавали, мы воевали, ругались. Люди уже сказали, ну ладно, там же ничего не будет. Эти токены выдали, они тогда уже ничего не стоили. Всем было неинтересно. Прошло еще два года, и эти токены в этом году выросли раз в 70. И мы такие, так... Куча денег. Они же не у нас, они у клиентов, но клиенты не знают. Mm-hmm. Ну, кто-то обращается, помогаешь там продать, что-то подсказываешь туда-сюда. И хорошее ощущение, когда люди, которые когда-то доверили тебе это решение, X лет были недовольны тем, как ты принял это решение, но сейчас они наконец-то вышли в плюс. И у нас был тогда там маленький фондик такой для друзей, для своих, который вместе с пике рынка тоже ушел в пике. И это тоже такое не самое приятное ощущение, когда ты вроде как взял на себя ответственность. Ну, ты не виноват в том, что рынок пошел вниз. Стратегию ты заранее обозначил. Но он вышел в минуса, в минуса, в минуса. И ты живешь с мыслью, есть какое-то количество людей, которые могут думать, что ты их подвел. И вот эта история выходит вверх тоже. Люди попросыпались, поприходили, на вложенный доллар вынули 2 доллара. И как уже такое ощущение поприятнее. Но одно я для себя понял, что прежде чем снимать с людей ответственность за принятие инвестиционных решений, нужно точно понимать, с кем ты работаешь. Потому что у нас были как люди, которые сказали, Дим, я все понимаю, вообще никаких претензий. Ты сделал крутую работу, жаль, что результат не получился, но претензий нет. Были люди, которые сказали, что ты за эксперт. Ты говорил, что крипта хорошо, крипта плохо, мошенник, подонок, сволочь. Были такие люди. Были люди, которые пришли и сказали, слышь, я доллар положил, я должен был 2 доллара вынуть. Положи мне 2 доллара на стол сейчас. У меня папа прокурор, дедушка депутат, мама судья. И вообще мы тебе сейчас сделаем а-та-та. И были бандиты, были разборки, были выезды в лес, и что там только не было. И вот ты понимаешь, вот в это не хочется возвращаться. Поэтому сейчас мы понимаем, если мы запускаем какое-то доверительное управление или какой-то фонд или платформу или еще что-то, это будет точно только с людьми, в которых мы понимаем, либо это будет формат, в котором мы возьмем на себя всю ответственность и возьмем на себя все риски. И выдадим наружу какую-то фиксированную доходность, контроль активов, ну как в фонде. Но я точно не хочу больше играть в игру, где риски на инвесторе, а ответственность на мне. Вот этого я наелся. Я думаю, що ти просто пройшов шлях уже цього інвестиційного управляючого, і вам насправді зараз легше буде, тому що ти там згадав 100 годових, ну 15-20% теж реально Конечно. В таких більш спокійних уходах зароблять. Ну і об'єми. Ми точно не будемо це робити зараз в тих об'ємах. От ми коли запускали цей маленький фонд, про який я зараз розказав для друзів, у нас був дуже простий принцип. Ми сказали, ми беремо тільки ті гроші, які ми в будь-який момент можемо достати з кармана і положити на стіл, і в будь-якій ситуації розійтись краями. Тобто не брати на себе більше відповідальності, ніж ти в принципі можеш потягнути. І зараз ми, наприклад, ми ж робимо пули для клієнтів. От, с тем же там Orange City, с IPO, со многими направлениями. Есть 20 клиентов, каждый из которых хочет зайти на 5000. Напрямую они не смогут купить объект. Мы структурируем сделку, покупаем объект на себя, подписываем зеркальные договора, там, придумываем, как это структурировать, чтобы сделка получилась. И понятно, мы не идем в сделки, объем которых мы не понимаем, как заменеджерить. Мы идем в сделки объемом, где если что-то случилось, мы понимаем, как это разрулить. Вот. И я думаю, что вот так шаг за шагом мы придем к той масштабной инвестиционной платформе, к формату работодатель номер один для денег украинцев. Просто мы туда не придем за полгода. Это путь, где нам нужно еще самим ментально дорасти до определенных вещей. И аудитории тоже нужно дорасти. И нам нужно ее вырастить с правильным майндсетом, чтобы предложить потом правильный продукт. И мне кажется, это самый честный формат. Не искать в рынке идеальных клиентов, их там нет. Не работать с теми клиентами, с которыми не хочешь работать, с некомпетентными, безответственными. А воспитывать поколение клиентов
у которых нормальное отношение. Поэтому мы с удовольствием рекомендуем, например, твой контент, iPlan и многих ребят, с кем мы дружим в рынке, потому что это не конкуренция. Мы этими кипятильниками друг другу никак не помешаем нагреть океан. Это просто вещь, которую мы делаем вместе, такая благотворительная история. И я надеюсь, что через 3 года это уже будет какая-то такая теплая прибрежная линия, и мы уже там начнем, как это, баснословно много зарабатывать. Будем сподіватися. Ти знаєш, от 3 роки, я просто згадую 3 роки тому, що було, який ми шлях. Ви пройшли, за рік ви пройшли дуже великий шлях. Ми пройшли за 3 роки. І я думаю, що 3 роки наступні будуть краще. Я дуже сподіваюся, тому що я вважаю, що ми відкрилися, наприклад, ви відкрилися раніше, у вас була ще фора. Ми відкрилися, мені кажеться, в найскладніший момент, февраль 2020 року. Месяц до карантина у нас не было ни одного инвестора, кто хоть раз не сказал фразу «давайте после карантина». Когда ты предлагаешь какую-то инвестиционную возможность, делаешь, хочешь сделать какой-то обзор, хочешь приехать показать коллектив, давайте потом, сейчас слишком опасно, непонятно, что с экономикой, а как мы людей, у нас людей в офисе нету, что мы будем показывать. То есть вообще не важно, что мы пытались сделать, оно было довольно сложно. Вот даже первое наше с тобой интервью мы писали по Zoom, и у нас первый весь цикл, первые, наверное, штук 10 интервью мы делали по Zoom. Много было сложностей, которые нужно было пройти, чтобы сделать хороший продукт. Вот мы набили шишки и выросли в разы. И сейчас наш самый главный наш челлендж с точки зрения бизнеса – это наладить процессы, чтобы они поспевали за нашим ростом. И не потерять качество, потому что вот это самое опасное. Если мы как инвестиционный такой marketplace, как инвестиционный адвайзер, как сводник, как платформа, называй как хочешь. Если мы, то есть мы можем профукать клиент-сервис, мы можем профукать там какие-то тонкие моменты, можем там профукать маркетинг. Но если мы профукаем риски, то все развалится. Вот это наш главный челлендж, поспевая за ростом, не потерять качество скоринга, не потерять качество выбора сделок. Если это удастся, будет шикарный бизнес. Я буду сподіватися, що вдасться, тим більше, що ви зацікавлені. Ти перший знаєш. Ви точно зацікавлені, що вас все вдавалося, і ви вже величезну роботу проробили. Всім нашим глядачам нагадую, що ми точно заслужили на лайк. Я думаю, ви і так підписані на наші оба канали. Якщо ні, ну це просто обов'язково зараз підписатись у Ukrinvest Club сімейний бюджет і порекомендувати ще комусь з друзям наші канали. Діма, тобі дякую, що поговорив і вийшла цікава розмова.